Сейчас. 3 секунды дайте мне. 3 секунды. Я вынужден бродить по Москве, как одинокий путник в серой пустыне. Здесь ничего, кроме денег, никого не волнует. Здесь очень ужасно. Но в моем городе еще хуже. Здесь основное, чтобы ты зарабатывал деньги и снимал себе квартиру. И все. Больше ничего здесь не нужно. Работа здесь по 12 часов, больше 12 часов, по 13 часов в сутки на ногах. И не на каждую работу тебя возьмут. Проходишь стажировку 3 дня, тебя увольняют. Но все хорошо, Господь любит меня, да? Нет. Все будет нормально, да? Нет, не будет нормально. Да, я пью сейчас пиво. Какая же Москва, она дает тебе опыт, но зачем мне этот опыт? Неужели нельзя просто человечные отношения установить, человечность проявить? Я сниму очки, потому что они уродуют меня. Здесь лишь одни деньги решают все. Только лишь деньги здесь все решают. Завтра я поеду работать далеко на север, по метро. Не в зоомагазин, нет. А в этот проклятый табачный магазинчик. Все, что нужно этим девахам, только деньги на наркоту их. Ты не нужен никому здесь, кроме если у тебя есть деньги, и они могут поиметь с тебя закладку на наркоту. Они не любят тебя ни как человека, ни как мужчину. Только они любят наркотик. Лишь наркотик они любят. Вся их жизнь крутится вокруг этого, чтобы развести, наебать, обмануть, чтобы получить наркотик. И все. Они могут и переспать с тобой, если захотят. Со мной никто не переспал. Это не важно, в общем. Они только наркотик любят, а ты им не нужен. Здесь все на деньгах основано. На деньгах все основано.
Казалось бы, живи, радуйся. Твори. Но Москва поставит тебя раком. Поставит тебя... Знаешь, не раком, это ерунда. А вот знаешь, когда американские пленные попадали во Вьетнаме к вьетнамцам в подземелье, их скручивали проволокой в такое положение, что их постоянно больно было, их пытали так. Вот Москва так тебя скручивает. Единственное, кому здесь хорошо, это ментам. Ментам здесь кайфово, хорошо, да. Но не мне.